Я надеюсь, ссоры на моем гостевой книге прекратятся. Я пытаюсь все как-то одной формулой. Знаете, когда тоже когда-нибудь придет время, вот все многое будет переосмыслено и даже отринуто вообще. Вот, вообще отринуто. А вот как это все про Крустово ложе, это столько было наворочено глупостей всевозможных, потому что здесь сказывалась составляющая духовная людей, то есть Христа распинали по просьбе самих обывателей. Для них сама ненавистна была мысль, как это можно не воровать. На этом все построено было, на обмане, на лжи. Так выживало общество, оно практически не развивалось. Нужен был человек, и он только отдал свою жизнь за то, чтобы зародилось новое учение, доброта христианская. Не та, которая сегодня, когда эти самые святой водой танки обрызгивают, а настоящая христианская доброта. Вот. И вот для того, чтобы вот это не прошел, этот, как бы сказать, не воспринимали люди. Никак не могут, невыносимо, лучше на это, на Голгофу, чем жить по-человечески, чем уверовать в это. И так после этого всего наворотили. А сейчас попробуй расхлебай. И создан был этот мир таким, только он был гораздо проще. Но дала нам судьба, или как ее назвать, само развитие, сама развиваться. Я имею в виду вот этот вот мир животный, растительный, он должен был развиваться. Вот это вот уже дарвинизм. Но он внутри готового мира, готового. Вот когда вот это поймут, нет никакого противоречия. Мир был создан в готовом виде. А все остальное уже потом. И, пожалуйста, спорьте там это, почему у жирафа длинная шея. Ура Дарвину. Но никогда мы не поймем, ни Дарвин, ни он сам, никто, ни современные генетики, которые могут разрезать на кусочки эту гусеницу и увидеть внутри бабочку. Не снаружи крылья могли вырасти у гусеницы безобразной, снаружи. А внутри никогда невозможно. А уже потом, когда вот это готовое создание, вот, как попало в этот мир, чтобы мы любовались этой бабочкой, но для того, чтобы мы делали эти, как их назвать-то, планшеты с бабочками мертвыми, наколотыми иголками, а чтобы любовались их, когда они садятся на цветок, уже одно это, ради этого должны жить. А главное, уже потом они начали приспосабливаться. Белый ствол сожрут, если не побелеешь. Вот тут уже Дарвин, уже потом внутри. Как вот это не понять-то? Да. Ну, хоть как-то высказался. Так. Ну что, теперь опять возвращаемся на грешную землю. Так. Добрый вечер, Валерий Костянович. Объясните, пожалуйста, как можно определить, будет ли сеянца яблони, дичок или культурка. В раннем возрасте год-два. Спасибо. Я могу ответить опосредованно. Вот смотрите, если вы вот это вот культурка, вы ее так назвали, да? Ну, то есть семечко, имеется в виду, уже ясно, что культурное, иначе зачем вы ее садить-то? Из дичка, ясно, дичок получится, если его никто не опылил. Имеется в виду в диком саду, а не это. Вот. Это как мне нравится у Бродского вот это выражение. Оно, а я таких случаев никогда не называю. Оно как бы крылатое. Пчелы не знают границ между диким культурным садом. Уже поэтому, вот, вот действительно гений, уже по этому выражению Юрия Васильевича уже не понять, что, как определить. Потом, когда заплодоносит, увидите. Раз. Второе. Первое плодоношение, первое урожай ни о чем не говорят. Два. Учите, чем дальше, тем больше запутаю. Теперь возьмем культурный сад, культурную семечку. Если эта культурная семечка попадет в
Египет. Так? И если она по Мичурину не с дерева, которое было в Шойсе привито на дичок, потому что если привито на дичок, опять мы ничего не угадаем, то есть еще больше запутал. Но если она культурная яблоня, не привитая на дичок, то яблоки будут культурные. Но только в Египте. Чуть меньшими шансами в Италии, Испании. Так, и вот, наконец, попадает Польша, Украина, Белоруссия, Юг России, и добирается, где вы живете, так, Валерий, не знаю, где вы живете, ну, допустим, в средней полосе России. И тут у нее два варианта. Или замерзнуть, а некоторые замерзнут, разброс большой. Почему нельзя сказать точно, еще больше запутают. 10 семечек, вон они у меня, от Антоновки, она супермаростойка, и от, это самое, почему я выбрал именно Антоновку для рассылки семян, и выбрал пипин шафрана. Тоже сверхморозостойкая, даже для Сибири. Шансов на выживание больше. Но из 10, допустим, 5 замерзло, 5 выжило. Зараза, программа сработает, дикаря, и все. Жить в Сибири. Что такое жить в Сибири? Караул спасает, спасайся, кто может. А вот Юрий Алексеевич Слуденков, второй мой друг, вот, ты чего, мне нравится. Вы знаете, я это, купаюсь в этом самом море таких умных людей. У меня, как его назвать-то, своя среда обитания. Во, интеллектуальная. Вот он говорит, как, значит, это самое, сос, как он назвал? Ну, он, правда, для привык говорит, но я, на всякий случай, и сюда подходит. Сос спасения. Ай, жалко, где-то надо его опять почитать. Уже как классика, да. У меня кругом одни классики, только наука об этом не знает. И вот, значит, этот сос-фактор. И вот этот сос-фактор означает, что не обязательно она будет это культурная. Она может быть культурная, так как у нее уже достаточно морозостойкость, а может быть полукультурная, может быть дикая. Но разброс природа устроила огромный. То есть в этом десятке, я подвожу черту, будут всякие. А морозостойкость уже гарантирована. То есть вы можете из 10 9 заплодоносить. А будут яблочки такие, вплоть до сладких. Вот такой ответ. Он настолько неопределенный. Вот. Я гляжу на семечку, так же, как вы, и думаю, господи, что ж тебе вырастет? Ну, колдовать я семенами не умею. Вот нога умела Татьяна Александровна. Это был ее талант. Но талант этот не пригодился в свое время. Так. Игорь Гришунин смотрел ютубовую технику, привык, который предлагают специалисты, в кавычках взял, молодец. Нашел вот такой способ, боюсь сказать, шедевр, называется голландский. Потом заматывается все изолентом, клеем внутрь. Ну а что, господи, камбий совпадет, прекрасно приживется. Я бы, конечно, бы все-таки заострил хотя бы его. Ну и так пойдет. Вон, видите как, тут получается расширение, да? А везде, где расширение, нехватка чего? Правильно, питательных веществ. Он рос себе, рос никому не мешал. Ровненький, гладенький. Диаметр везде такой, без всяких перепадов. Бах, вот такой этот бугор. Вот и начнется. Самое страшное место, конечно, мне не нравится. Смотрите, вот здесь камбий совпадет, совпадет. Вот. Ну, получается, вот здесь вот, вот это место, вот с этим, вот здесь будет калус. Калус, это уже ясно, это уже не настоящая кора, а замена коры. Ну, понятно. Вот. Вы правильно сказали, шедевр. Ну вот зачем изощряться-то было? Ну, возьмите пополам раскали. Ну, вставьте этот же клином, сделай. Ну, ухудшенный вариант прививки клином. Ну, вот и все. Ухудшенный вариант. То есть, результат будет хуже. Так. Добрый вечер. У меня посадили 4 яблоньки. Растут медленно. Господи, за 6 лет 1,20 м. У меня за 1 лето 2 метра, это норма. Ни разу не цвели. Я последние 3 года под зиму ходят зеленым лист. Весной поздно оживают. Что можно сделать? Так, реабилитировать можно как? Вот если с них взять ветки и снова привить опять. У вас, видите, на что привито? Вот я же не зря показывал-то сибирки. Они или тут 100-200 лет, как подозревает Курдюма, потому что, ну, вся литература справочника говорит, что их тут не было. Или все-таки они так распространены, я думаю, как они могли за 100 лет заразить все сады?
в Красноярску подъезжаем, я на спор тут же нашел две эти, две Сибирки. Вот. Может быть, ну, это уже вопрос не главный. Ну, понятно, что они тут живут, прекрасно себя чувствуют, прекрасно размножаются, дают урожаи сумасшедшие. Вот эти дикие яблони, да? Или просто дикие, если верить Курдюмову, или это все-таки сибирки, если верить Железову. Вот видите, как мы с ним. Вот именно вот это различие. Они не, как вы вопрос, помните, задавали между вами, какие различия? Да это не различие. Это эволюция. Это, так сказать, два пути. Скорее всего, оба правы. И вот, значит, они в любом случае уже как бы местные. Даже если прав этот Курдюмов, все равно местные уже. Как бы. Вот. Они, для чего нам нужны подвои? Ну, спорный вопрос, увеличится ли морозостойкость. Ну, почему-то же у меня не умирают ни персики, ни... Я же не показал вам. Ладно, сегодня, Тимошка, еще и персики с абрикосами, ветки. Живые! После такой страшной зимы. Ну, так вот, почему? Подвои. Они им передают часть своих качеств. Полностью или частично, я не могу сказать. Но у меня-то они уходят. Да, было 2-3 сезона с зелеными листьями. Но это, извините, когда ни с того, ни с сего. Это бывает, раз зима наступает, и все зелено. Но не погибает даже в этом случае. А у вас просто неудачные яблоньки. Вот. На что привито, я не могу сказать, не могу. Это самое. Какая был способ прививки, не могу. Если, допустим, та же прививка почкой или там называется окулировка, запятая. Называется почкой, запятая, глазком, запятая. И вот это все подразумевает огромную рану основания. Вот. А я откуда знаю? Есть там эта огромная рана, значит, это просто больное дерево, что ему, конечно. А еще не адаптировано, я не знаю, где вы живете. Но не в Египте, это точно. Поэтому я и ответить толком не могу. Так. Вот, Антон, спасибо за вебинар. Что бы мы без вас делали? Так. Картация. О, Калнакова у меня заказ сделала. Ага. Здравствуйте, уважаемые садоводы, любители. Так. Это мой сад, который получил жизнь благодаря жизни. Ух ты, это да. А тут еще есть, нет? А, показать больше? Можем посмотреть, Татьяна? Ну-ка, а еще куда-нибудь листать можно? Или это все? Ну-ка, нет. Наверное, я что-то не умею делать. Ладно. Так, ну спасибо. Вот это вот, видимо, сюда надо еще зайти, да? Там, наверное, есть еще что-то. Ну, спасибо все равно. Сейчас не будем заходить, время терять. Кто захочет, зайдет. Так, какая нижняя граница ночных температур летом критичной для саженцев? Да никакой, господи, у меня какие могут быть границы, когда это, в Сибири растут персики, 100-граммовые абрикосы, сливы, вот, черешни. Ну какие границы? Лишь бы минус не было, да и все. Вот и все границы. У нас как, я замечал, как идет год за два, интересно? Вот июль, да, обычно это ближе к августу. И вдруг резкое похолодание. И вот саженец замирает. Все, он считает, что зима началась. Потом проходит неделька, опять тепло, еще и дожди пошли. И он, получается, как бы уже, для него это уже второй год пошел. Конечно, ничего хорошего, ведь надо еще, чтобы вызрело то, что осенью вдруг... буквально с нуля пошло расти. Видно же по листьям эти темно-зеленые. Вот летом еще таких фотографий наделаю, не догадался. То есть год идет за два. Вот. Но это когда сильное похолодание посреди лета или в ранней осени. А потом опять восстанавливается рост. Вот это, ну не знаю я, какие могут быть еще. Лишь бы не зимние, вот и все. А летние, так, летом. Ну, да хоть пусть падает до нуля, ну и черт с ним. Дерево-то по барабану, если зимой выдерживает бесснежие. Вы видели же эту фотографию? Видели, сколько там снега? 15 сантиметров. А знаете, когда он выпал? Несколько дней назад, а до этого было 3 сантиметра. Все, нарушены уже все законы эти самые.
Все, что нам доказывали, не положено, не положено, не положено. Не выдержат корни, не выдержат. И я вам сейчас еще скажу. Вот. Корни. Три варианта. Первое. Погиб у вас саженец. Выше прививки. Ниже прививки живой. Корни в порядке, все в порядке. Хотите второй раз прививки, хотите оставите до плодоношения. Уже он инфицирован, мой термин. Подвой. И может быть дать довольно приличные плоды. Для еды и прочее. Раз. Вот. Если вдруг дерево нормально развивалось, а сохнуть и гибнуть начало где-то через месяц, два-три после того, когда листья зазеленели. Это значит, прощай, подвой. Или корневая шейка, это уже ниже, то есть до середины лета, думаю, ой, господи, не выдержал, почему лету. Это уже ищите причину, корневая шейка и корни. Так, Валерий Костинович, считаю с удовольствием, это рассказы про интересных людей, размышления о жизни на Земле. Я сегодня вот рассказывал о жизни на Земле, интересно, пошлют меня часть из вас или нет. Вот я с ужасом думаю, вот сейчас нажму, а там что, или это все. Так, наверное, Антон Валерьевич, кончились, нет, эти комментарии? Наверное, кончились. А может быть, вниз надо было листать. Ну, это про изображение, про связь. Да, наверное, сегодня это. Наверное. Так, а вы знаете, нормально. 2,5 часа, это тяжело выдержать было. Я уверен, что вы уже не все. Уверен, что вы не все. Давайте на сегодня закончим. Итак, в следующий раз уже постараюсь еще конкретнее. Да, а вы знаете, что это значит. Это значит, что все тот же любой завод, который работал в мирных целях, почему-то выпускал, каждый цех был, который выпускал автоматы Калашников. И выпустили их мы 100 миллионов. А потом удивляюсь, почему плохо живем. Вот и я также. Все не говорю про все, про то же, про автомат Калашников. Давайте, друзья, прощаемся. Итак, следующее, это, никто не захотел из вас взять и потребовать, чтобы я продолжил байкальскую тему. Значит, ее продолжать не будем. В следующий раз все так же, вон как вверху, в левом внизу, вверху, в верхнем написано. Вебинар, ответы на самый важный вопрос. Будут еще более важные вопросы. Думаете, все сказал? Вот, и если все-таки захотите это самое семена заказать, книгу, там, ленточки эти самые для прививки, диски. Пожалуйста, нажимайте на это вверху, в левом верху. У меня этого не вижу, а у вас должно быть. И заказывайте, пока есть что заказывать. Я сейчас, буквально секунда, вот, видите. Среди вас есть хитрецы, самые натуральные, сказать какие. А мы потом сертифицированное закажем. Вот. А вот это вот, еще минутку займу, и все, я отключусь. Хватит вас мучить. Сейчас вы увидите. А вот, закончилось, поняли, да? Культурное заканчивается. А у них морозостойкость дикарей. Вот так вот, поэтому успевайте. Амур, Артем, Левицкий еще немного есть, он тоже скоро хочет. Серафим, это еще ближайшую неделю. А потом также будет закончился. Поэтому я вас умоляю, не ждите, когда получите весной, даже если получите, а они будут вот в таком виде. Сейчас у меня уже хотите сухие, пожалуйста. Хотите уже в песке, пожалуйста. Уже целую неделю, как у меня часть в песке. Вот. И если не считать сверхдефицитных черешни и абрикосов, все остальное, вот именно сейчас ловите на слове, кто мне подтвердит, вы обещали, я, допустим, закажу вам вишня войлочная такая, 10 штук, а вы мне обещали прислать не 10 штук, а 20, из них 10 сухих, а остальные 10 мокрых, то есть в сыром песке будет. Если напомните, значит, если вы члены нашего этого кружка. Ну все, друзья, до свидания. Спокойной ночи.
Я сочувствую выдержать такое. Да еще неожиданно. А ведь так трудно быть этим верующим. Так трудно жить. Врать нельзя. Боже, если бы узнали. Мой главный недостаток, я уже не раз говорю, это совесть. Как она не дает спокойно жить? Как бы я мог зарабатывать, а? На колоновидных вишнях, сливах, абрикосах, яблонях. Все колоновидное. У меня их полно, только это. Один год. А на второй год уже все. Поэтому совесть мне не дает назвать их колоннами. Ладно, мы еще об этом поговорим. До свидания, друзья. Спокойной ночи. Так, Антон Валерьевич, просьба прислать ссылку. Утром проснусь, ничего не помню, о чем говорил. Вот такой я родился. До свидания.